Университет имени Пушкина начал работу в августе 45-го, сразу после войны, однако день рождения празднуют в конце октября. В 2018-м учреждение образования отметило свой день в 73-й раз. Конечно же, это праздник, тем более, что он совпал с праздником столетия комсомола. Сегодня университету 73 года, да, а комсомолу 100 лет. Я как бы совмещаю эти праздники, потому что долгое время работал в комсомоле, работал секретарем комитета комсомола еще тогдашнего института в 84-86 году. В 79 году, когда я поступил на первый курс университета, мы начинали строить новый корпус, который, в общем-то, сегодня находится на бульваре космонавтов, и при таком большом желании бы мог найти, наверное, даже первые кирпичи, которые мы закладывали в фундамент этого здания. День вуза – это такой столб в осени, это определяющий день, еще до сессии далеко, но это вот как-то уже показывает настроение праздничное. Ну, еще не грустно, потому что сессии нет. День рождения как для человека, так и для любой организации – повод оглянуться назад, подвести итоги года. И университету есть чем гордиться. У нас большие достижения и в учебно-методической, и научной работе. Издано 17 учебных пособий с грифа Министерства образования или профильного МО. Что это значит? Что по этим учебникам осуществляется образовательный процесс не только в нашем университете, а во всех университетах по данной специальности. Издано 28 учебно-методических комплексов. За этот год уже утверждены в ВАКе 5 кандидатских диссертаций и еще 3 кандидатских и 1 докторская диссертация находится на утверждении. И по проценту остепененных преподавателей мы в лидерах. Достижения есть и у студентов. Многие получают не простые стипендии, а специальные за особые заслуги в учебе, спорте и творчестве. Университет полностью выполнил и план приема. Около 1200 первокурсников в настоящее время осваиваются в новой роли. 279 человек приехали учиться в вуз из-за рубежа. Разговаривая с родителями, которые приезжают из стран, ну, например, Туркменистана, я спрашиваю, почему вы выбрали нашу страну? И все родители отвечают практически одно и то же. Качественное образование, великолепная страна, спокойствие и мир. В рамках мероприятия своих обладателей нашел не один десяток наград. Чествовали и тех, кто учит, и тех, кто учится в вузе. Наград у меня много. Я и почетный гражданин Брестской области. И у меня очень много грамот, много значков, отличников, народного образования, эдукации. Но каждая грамота – это радость, потому что это стимул в дальнейшей работе. Везение и трудолюбие желали со сцены не раз в этот вечер студентам. Терпение и здоровье педагогам и руководству вуза. Время не стоит на месте, и до периода проверки знаний его остается все меньше. А значит, после праздничных торжеств в университете снова закипит работа. Своим чередом пойдет процесс создания специалистов, будущих профессионалов своего дела.